скажем, за консультации и юридическую поддержку. Или вы приглашаете меня как своего друга? Я не нахожу это забавным, доктор Пачеко. И потом, не понимаю, по-моему, это уже слишком, брать деньги за сопровождение. Выслушайте меня и успокойтесь. Я ни в коей мере не переоцениваю свою работу, тем более, когда речь заходит о вас, прекрасная дама. Ну хорошо, так и быть, доктор Пачеко. Пришлите мне счет. Только, пожалуйста, не пытайтесь на мне нажиться. У меня мало что есть, кроме доброй воли. Не беспокойтесь. Для меня этого более чем достаточно. Ты знаком с этой сеньорой? Еще бы. Да я много лет у нее проработал. Лучше хозяйки, чем она, не найти. И я рад, что с ней все в порядке. А ты случайно не Матео? Матео! Он самый. Очень приятно. Франклин Кареньо. Я так понимаю, у сеньора к тебе важный разговор. Серьезно? Сеньора Кукла тебе обо мне рассказывала? Кукла? Ее зовут Кукла? Нет, ее имя Камелия, просто мы все зовем ее Куклой. Так зачем я ей понадобился? Точно не знаю, Матео, но она сказала, что разыскивает своего шофера. И чувствую, мне придется отвезти вас двоих к ней домой. Не может быть. Матео, Матео. Сеньора, а вы что здесь делаете? Я приехала за тобой. Моя дочка совершила чудовищную несправедливость. И я хочу, чтобы ты вернулся к нам. Вы не шутите? Разумеется, поехали. Если хотите, я вас подброшу, сеньора Кукла. Только пообещайте приструнить свою избалованную дочь. Пожалуйста. Ты у меня прямой дорогой на тот свет отправишься, красотка. Здоровайся, улыбайся. Такой тебя и запомню. Хосефа, не забудь прийти. Ты мне обещала рецепт пирога. Не беспокойся, цаца. Улучшу свободную минутку и загляну. Договорились. Здравствуйте, дон Эмилио. Привет, Саса. Не позволяйте дочке на улицу поздно выходить, а то она от рук отобьется. Привет. Ты кем она себя возомнила? Мэром квартала? И бы еще конфеты раздавать. Ну, а это уже в другой жизни. Хуан Франциско, какие вкусные мандарины ты мне вчера продал. Их только что завезли. Донни Панчита. Цаца. Вам помочь? Будь добра, ангел ты наш. Спасибо, цаца. Перестаньте, Донни Панчита, когда-нибудь придет и мой черед обращаться за помощью. Ты права. Старуха тебя спасла, Саса. Но не радуйся, я все равно покончу с тобой. Не позволю путаться под ногами у Олимпии. Отлично, очень хорошо. Ты, Рокки, никогда меня не подводишь. Это мне поможет нанести сокрушительный удар. Замечательно. Эволан, ты от злости перевернешься в своем гробу. Там тебе, милочка, самое место. Глубоко под землей, где тебя пожирают черви. Ты, наверное, горько жалеешь, что не сгорела в той катастрофе. А я здесь, наверху, живу королевой, праздную свою победу. Мне достанутся все твои деньги, тупица. Больше того, я разделаюсь и с твоей сестрой, и с твоей недоделанной толстой дочерью. Они думают, что смогут унизить меня. Да не родился еще на свет такой человек. Завтра я преподнесу им сюрприз. За твой вечный покой, Эволанс. И, разумеется, за твои деньги. Снято. Отлично. Давайте свет. Поздравляю, Алехандро. Отличная работа. Спасибо. Перед таким продюсером я снимаю шляпу. Пойду переоденусь. Давай. Всем спасибо. Ори, ты не представляешь, любимый, как я ему завидую.
Да. Знаю, что ты на это скажешь. Что я должна смириться и потерпеть. Дойдет очередь и до меня, правда? Нет, наоборот. Я ожидал, что ты оценишь мою работу, а не набросишься на меня с упреками. Все просто супер. И смотрю, ты успел принять душ в своем офисе. Жаль, что меня не позвал. Чикинкира. Любимый, раз уж ты в полной боевой готовности, может, поедем ко мне? Все, Никита, вам нельзя волноваться? Ты не понимаешь, Нимфа, что со мной происходит? Я должна поговорить с Акилисом. Он уже вернулся. Я его не видела. А чего вы боитесь? Пойду к нему в комнату. Я должна найти его, пока не поздно. А что случилось с твоим братом? Дядя, я хотел у тебя узнать. Ты... Что здесь происходит? Валентина, кто эта девушка? Что вы здесь делаете? Это Беатрис, она моя подруга. Очень приятно. А почему вы с ножницами, бритвой? Что вы сделали с моим дядей? Ничего. Отойдите, пустите меня. Я хочу поздороваться со своим племянником Хуаном Анхелем. Сколько раз тебе повторять? Прежде чем войти в мою спальню, в дверь постучи. Мой генерал. Что случилось с твоим братом Акилисом? Ничего, с ним все в порядке. Вот что, милочка, иди сюда. Не отворачивайся, когда я с тобой разговариваю. В последнее время вы с братом ведете себя подозрительно. Может, ты покрываешь одну из его мерзких проделок и не хочешь мне об этом сказать? Похоже, ведьма исчокнута и готова вытрясти душу. У тебя паранойя? Я просто хотела с ним поговорить. И что же такое важное ты собираешься ему сказать? Оставь меня в покое. Или я должна спрашивать у тебя разрешение на общение с братом? Почему ты лезешь во все? Пандора! Пандора, Эмилия! Разговор еще не закончен. Я научу тебя уважению. Пандора! Пресвятая Дева! Если бы в этом доме стояла такая же жара, как в Матурине, он бы ничем не отличался от ада. Приди в себя, Хуан Анхель. Перед тобой не призрак. Он стал совершенно другим. Я уже давно привык, что ты на свою внешность рукой махнул. А теперь я вернулся к жизни, и все благодаря Валентине. Нет, нет, благодаря не мне, а Беатрис. Она хорошо поработала. Генерал и сам тоже постарался. А ты что скажешь, Бенигна? Что вы готовы командовать 10 батальонами, как лучшие времена. Приказывайте, мой генерал. Я очень рад, что ты снова стал на себя похож, как будто время вернулось вспять. С возвращением в строй! Сегундо Вильянуэва. Спасибо, племянник. Берете лист горчицы, как следует натираете им колено. Поверьте, нет лучшего средства от боли, Донна Панчита. Только не перепутайте. Вам нужен лист горчицы, а не сама горчица. Саса, детка, ты такая же славная, как свежеиспеченный хлеб. Перестаньте, Донна Панчита. Тем более, что я проголодалась. Ладно, ступайте потихонечку. Спасибо, Саса. Будьте осторожны, пока. До встречи. А вот теперь, Сасалан, сможешь попрощаться с этим миром?